В первом периоде и гости, и хозяева создали немало опасных моментов. Но, несмотря на удаление в составе кварца, саровчанам не удалось реализовать большинство. Счет открыли гости за 5 минут до свистка. Отметился нарушением кварц и в начале второго периода. И снова саровчане, находясь в большинстве, так и не смогли распечатать ворота противника. Лишь на 15-й минуте им удалось забить шайбу. Все боролись, все пластались, вытаскивали каждый клочок из любого момента и могли, конечно, лучше. В первом периоде просто, как говорится, первая игра. У всех был небольшой мандраж. Не обошлось во втором периоде без удалений и у саровчан. Но команда гостей не смогла воспользоваться преимуществом. А за 7 минут до конца хозяева отправили в ворота кварца сразу 2 шайбы. Впрочем, гости не сдавались до последнего и за 18 секунд до свистка сократили отставание. В целом мне игра понравилась. Задания они выполняли по большей части игры. Но во втором периоде ребята местные, конечно, очень четко сыграли в пас, чего нам не хватает явно. В третьем отрезке матча саровчане больше владели инициативой, атаковали, и гости, как ни старались, не смогли сравнять счет. Игра завершилась победой ХК «Саров» 3-2. Следующий матч наши хоккеисты проведут 21 ноября на выезде с командой Сеченова. Ожидалось, что немножко будем не собраны, потому что первые игры всегда начинают тяжело. И у нас традиция, которая была прервана сегодня, мы за 4 сезона первый раз выиграли первую игру. Ваши дети мечтают научиться играть в хоккей. Спортивная школа «Саров» приглашает мальчишек и девчонок 2013, 2014, 2015 и 2016 годов рождения на бесплатные занятия. Справки по телефонам 90620 и 62622.